В какой стране я сейчас нахожусь? 4 подсказки. Первая – это страну омывает 4 моря. Черное, Средиземное, Эгейское и Мраморное. Вторая подсказка. Эта страна находится на 2 континентах. В Европе и в Азии одновременно. Третья. Эта страна является наследием 3 великих империй. Хеттской, Византийской и Османской. Еще одна подсказка. В этой стране очень тесно соединилось 2 культуры, восточная и европейская. Ну и самая легкая из подсказок, вернее, подсказка, которая легко даст вам ответ, в какой же стране я нахожусь, это то, что если вы едете в эту страну в тур, то вы приезжаете здесь на All Inclusive. Итак, эта страна, конечно же, Турция.